Кыргызстан инициирует отзыв министров Евразийской экономической комиссии для проведения консультации по ситуации на границе. С 19 марта текущего года на кыргызско-казахской границе был усилен контроль в отношении транспортных средств, загруженных товарами народного потребления. Так, по данным мониторинга Минэкономики, на 7 утра 1 апреля на пункте пропуска Актилек автодорожной простаивают около 230 грузовых автотранспортных средств. В настоящее время скопилось более 250 грузовых машин. В Минэкономике отметили, что в связи со сложившейся ситуацией проводимые казахстанской стороной дополнительные меры контроля являются нарушением норм права Евразийского экономического союза. Ситуация крайне неприятная. С 19 числа мы мониторим ситуацию. То есть фактически, что мы сегодня наблюдаем на границе? Государственный комитет по доходам Республики Казахстан установил негласный таможенный контроль или скрытый таможенный контроль. Потому что на пунктах пропуска государственной границы работают сотрудники фискальных органов, которые фактически осуществляют очень жесткий досмотр грузов, которые проходят через казахско-кыргызскую границу. И в результате вот этих действий, которые являются явным нарушением основных базовых принципов договора о Евразийском экономическом союзе, в частности 25-й статьи, которая не допускает никаких административных процедур, связанных с фискальными мерами, и вообще никакого государственного контроля, нарушая тем самым эти требования договора, казахская сторона наносит значительный экономический вред нашим предпринимателям, которые занимаются этим видом деятельности. Министр отметил, что при этом здесь касается не только товаров народного потребления, но до сих пор на границе стоят грузы с продукцией, произведенной кыргызстанскими фермерами – картофель, яблоки. Так, несмотря на то, что договор не предусматривает возможность ограничения ввоза данной продукции с одной стороны в другую в рамках Евразийского экономического союза, такие ограничительные меры также были вменены, заявил Панкратов. Я думаю, это фактически дискредитация самой идеи евразийской интеграции. Поэтому мы считаем, что в данном случае, несмотря на попытки провести консультации с органами из Казахстана, из таможенной службы, из правительства, несмотря на их заверение, что они намерены урегулировать ситуацию, мы видим, что ситуация не решается на сегодняшний день. Вот мы постоянно ситуацию мониторим. Уже более 250 машин скопились на пункте Актилек у нас. И в этой связи мы должны уже принимать какие-то решительные меры. И для начала мы все-таки предлагаем отозвать наших министров Евразийской экономической комиссии, то есть приостановить их участие в работе комиссии для консультации по ситуации, которая сложилась на границе. Вместе с тем следует отметить, что такие меры влекут за собой для поставщиков Кыргызстана финансовые издержки, связанные с увеличением простоя, а также негативные последствия, связанные с невыполнением обязательств перед контрагентами по срокам поставки товаров, что приведет к снижению экономической активности страны в целом. Мы поговорили с водителями грузовых автомашин, стоящих на границе. Если так будет продолжаться, я думаю, спад товара будет у нас. И, соответственно, у нас работы меньше будет. Ну, насчет срока я пока не опаздывал ни разу. Ну, обычно налагается, да, от 300 до 500 долларов. Так, Министерство экономики Кыргызстана предлагает правительству страны инициировать отзыв членов коллегии Евразийской экономической комиссии для проведения консультаций по сложившейся ситуации на границе. Между тем, эксперты отмечают, что Кыргызстан, будучи полноправным членом ЕАЭС, имеет право требовать не только упорядочения ситуации, но и даже компенсации. ВОЗ, как говорится, не в той ситуации, которая сейчас прям складывается, буквально там, ну, уже в районе 2 недель длится эта затянувшаяся ситуация, а в том, что регулярностью повторения, это каждый там, год, два. А все это ставит под угрозу, опять же, десятки и сотни тысяч рабочих мест в Кыргызстане. А в силу этого явно будет готовиться иск в экономический суд ЕАЭС. У нас есть значительные механизмы влияния на Казахстан со стороны ВТО. Потому что нужно помнить, что мы в 1998 году вступили в ВТО, и Казахстан в 2015 году вступил в ВТО. Всемирно есть арбитраж в рамках Всемирной торговой организации. И мы, насколько мне видится, имеем полное юридическое право требовать компенсации за ту ситуацию, которую мы имеем сейчас. Такие действия, как отметили в Министерстве экономики, можно назвать скрытым таможенным контролем. И это в корне противоречит нормам Союза, а также идет вразрез с положением статьи 25 договора о ЕАЭС в части обеспечения свободы передвижения товаров на внутреннем рынке экономического объединения. Айзада Урумбаева, Бакыт Мамацаев, Пирамида.